Престольный праздник отметил Свято-Троицкий кафедральный собор Брянска. Построенный всего несколько лет назад, сегодня он стал родным для многих жителей епархии. Праздничное богослужение возглавил митрополит Брянский и Севский Александр. Свято-Троицкий кафедральный собор Брянска появился всего несколько лет назад. До этого горожанам приходилось ютиться в небольшом Воскресенском храме. Нынешний собор по-настоящему вместительный и величественный. Площадь нижнего яруса 1000 квадратных метров, верхнего почти 900. Верхний предел был освящен в 2012 году в честь Святой Троицы. В день престольного торжества в храме необычайно многолюдно и торжественно. Собор с любовью украшен березками и травой и словно напоминает о блаженстве райского сада. Очень понравилось убранство собора нам. Очень порадовало, что достаточно много людей сегодня в этот воскресный день, летний, прекрасный, пришли. В общем-то, не пожалели своего времени и посвятили чуть-чуть себя душе. Всем благоденствия и спасения души. В этот день мы вспоминаем, как Святой Дух сошел на апостолов. Однако это не только историческое событие, но и событие, имеющее отношение непосредственно к каждому из нас. Все мы призваны быть носителями благодати Святого Духа.